В общем, сейчас я вам покажу такую штукенцию. А хотя, давайте начнем по порядку. Я готов к походу на плоту. Это вот мой небольшой скарб для рыбалки и похода в ближайшие дни. А что хотел рассказать? Друзья, вот здесь у нас висел телевизор. Но на время ремонта, когда у нас начались обои, когда мы с Женей делали потолки, это было долго, около 3 месяцев. Мы убирали телевизор и убрали его в комнату. Нам сейчас надо было с вами спуститься в сауну, потому что, когда я решал, что делать с сауной, я помню, говорил вам, что у меня была мысль сделать там кинотеатр. О, сколько мыслей-то сразу. А если мы сейчас с вами немножко окунемся в предыдущий выпуск, где я говорил, что все наши мечты сбываются, то вообще будет чикирам-пам-пау. Потому что я хотел кинотеатр, но этот телевизор маловат для кинотеатра на самом деле. Он хорош для зала. И... согласно моей поговорке, что все наши мечты, которые мы когда-то изначально задумали, они сбываются. Да это работает, парни, это реально, девчонки тоже, это реально работает. Сегодня вот на вот этой вот стене я повешаю крутейший проектор, мощный, классный проектор, который наделен кучей разных функций. Давайте я вам на месте буду показывать сразу, чтобы далеко не ходить. Так вот, приехал ко мне вот такой вот красавчик. Эта моделька, кстати, последняя в своем роде хайперов, и он компактный, но очень умный. Что мне даже понравилось, он может подключаться к сотовому телефону, и вы можете транслировать мобильник просто на большой экран своего дома. Есть Android игры, ресурс, LED панели 50 тысяч часов, диагональ более сотки. Но я уже включал, буду честен, и он огромный, ну просто. Яркость супер, вечером вот зашторенные шторы такие, вот примерно вот в таком контрасте он уже показывает детали хорошо. Это при том, что я еще экран не приобрел. Может работать с флешками USB, то есть там два порта, включаешь, втыкаешь и все без проблем. Популярный HD видеоформат, то есть все, получается, кодеки он воспринимает. А что можно сказать дальше? У него, как у Android, вот как у любого телека Android, у него есть все приложения Google Play-овские, YouTube, Кубовские и так далее. Вот вам параметры, но лучшие параметры вы можете посмотреть на сайте, ссылку на который я оставлю под видео. Так, вот такой вот малыш. Такой вот малыш. Но есть одна проблема, друзья. А проблема заключается вот в чем. У меня просто для него сейчас по факту нет крепления на стену. Мы сейчас пойдем с вами на улицу и быстренько запилим классное крепление из старых креплений, которые у меня были от ламповых телевизоров. Благо такое крепление у меня валялось в гараже. Сейчас перепилим и поставим это все на стену. Да. Я вам хотел еще такую лайфхачину рассказать, короче. Для тех, кто начинает только строить свой дом и еще не определился с электрикой или определяется прямо сейчас, советую, друзья мои, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Шутка. Сохраняйте все фотки по вашему дому по проводке. Не просто схемы, а еще и фотографии. Вот смотрите, комната Элины, наша комната. Открываем и смотрим стены. Вот они, стены. Вот они, стены. И вот как раз наша кровать. И вот мне надо сейчас понять, где сделать отверстие. Высота блока 30 сантиметров, соответственно, еще армопояс 15. Значит, от верхней грани, а здесь получается 20, 35 сантиметров проходит провод. Вот там нельзя отверстие делать, а ниже можно. Значит, мы сейчас 35 сантиметров, это точка опасности. Все просто, все просто. Вот, и советую, друзья, вот делайте вот такие фотки, и вы потом заметите, как это удобно,
когда вы будете уже монтировать что-либо. Вот у меня сейчас впереди двери купе, а я уже не помню, как заходили в щиток все провода со всех этажей. И вот теперь я знаю, как это все было, куда можно дырявить отверстия, куда нельзя. Все, это мы посмотрели. 35 сантиметров, значит, зона опасности, где нужно проверить рулеточкой. Идем монтировать конструкцию, вешать проектор, а вы слушайте музычку, смотрите, и в конце видоса я покажу вам, как он работает. Все, пойдем. Забыл совсем сказать, друзья, что в комплекте поставляется пульт управления, провод сетевой и Nokion на 2 месяца, в общем, подписочка. Теперь все сказал. Все смонтировали, получилось замечательно. В итоге у нас проектор выглядит так, его осталось только фиксануть, я там специальные ушки сделал. Экран временный, мне дали пока его погонять. Попробуем, просто потестим. Закрываем шторки. Вот. Шторы у нас закрываются. И, короче, сейчас начнется волшебство, как в кинотеатре. Так, где... Подожди, а пульт? А где пульт, сын? Так, угу. Берем пультецкий. И все, хоп, включили. Начинает прогреваться. Вот так это выглядит. Слушайте, экран там мне нужен больше, 2 метра это мало. Сейчас этот свет тоже погашу. Вот, смотрите. Так, друзья, все, зашел я в свое приложение. В общем, кайфуем тут с сыном. Я теперь понял, что, во-первых, я немножечко еще проектор оттяну к стене. Мне тут посоветовали ребята, и на этом самом мы получим плюс 10 сантиметров на ширину экрана. Вот. И второе, я, смотрите, могу зайти в настройки. Здесь нажимаем проекция. Вот, и все, я подбираю низ. Видишь, сын, как все просто, да? Все. И теперь у нас центр готов. Назад. Все. Это я сейчас пультиком работаю вот этим. Кстати, очень удобно. Лежишь прямо на месте, все работает. Так, и ютубчик теперь включаем. А включаем мы что? Конечно же, включаем мы наш замечательный канал. Вот так, мне кажется, смотреть вообще оптимально, да? Единственное, говорю, теперь закажу экран по размерам. Боялся заранее его заказывать до приобретения проектора, просто потому что, ну, мы не знали с семьей, какая у нас будет диагональ, какой будет размер на этой длине. Поэтому теперь мы знаем точно, возьму с запасом сантиметров 10. Висеть экран в любом случае будет в этой комнате. Свет включу. О, а тут удобно. Если интересно, то при свете в комнате видимость вот такая. Сами оцениваете, говорите. Ну, конечно, так смотреть не совсем удобно. Что мне понравилось? В пульте есть все, что необходимо. Начиная от паузы, заканчивая громкостью. И самое интересное, что по привычке это в телевизор стреляю, а на самом деле ловит проектор вообще без проблем, то есть нет никаких зависов. Вот сейчас опять play, кнопка, все, пошло дальше видео. Но понятное дело, друзья, что без света смотреть намного удобней. Но с другой стороны, сейчас на улице день, мы просто зашторили шторы и выключили свет в комнате. Шикарно. Кстати, друзья, кто не смотрел видос по спортивной площадке, рекомендую, мы скоро с сыном будем строить скалодром. Да? Да. Я рад вас был сегодня видеть, друзья. Спасибо тех, кто поддерживает все наши покупочки и приобретения. Вы большие молодцы, и я очень рад, что мы с вами вместе. Все, до скорых встреч. Мы будем с сыном досматривать видос. А вам все. Пока-пока.